Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Наша миссия — три слепые мышки. В общем, нам нужно встретиться с посредником, с агентом, его найти. Тут обыщем потихоньку. Да я уже соскучился за обыском трупов. У них тут опять, я так понимаю, крутые ребята, да? У них пистолеты, пулеметы здесь. Это даже гранатометчик. Бедолагу. В общем, он стоял с поднятыми руками. Интересно, если сколько здесь? 6. Я думаю, все-таки оставлю пока что гранатомет. Он будет пополезнее. Че нам пешком идти? Здесь у нас есть драндулет. Метров 250. Так, насколько я помню, нужно зайти в какой-то гребаный бар. И что-то там насвистать. Какую-то песенку. Путеводитель. Миссии 26 из 38. Радиовышек, тролливали. В общем, все у нас больше половины. А мы тут не при делам, типа, все спрятаны. Чувак, есть что полезное в мусоре? Офигеть! Здоровый хрен существует. А при чем тут Crazy Cog, типа бешеный петух, к нашему литературному переводу «Здоровый хрен»? Да. Эй! Эй! Пиво? Да. Я ищу друга. Наемника Сэма. Я знаю одного Сэма. В задней комнате играют в покер. В основном это парни Хойта. Попробуй что-нибудь придумать, чтобы тебя туда пригласили. Говорим с наемником. Ты куда? Догадайся. Сыграть в покер. Если нет денег на ставку, не трать время зря. Хватит? Хорошо. Ты в игре. Покер. Это и правил, в общем-то, не знаю. Чисто так, образно. Добро пожаловать в игру, салага. Садись. Ну, думаю, мне денег хватит играть с ними. Такой я не азартный человек. Я даже в карты не играл уже, не знаю, наверное, 10. Даже в дурака. Поднять, опустить. Рука. Отвечаю. Я поднимаю. Пол. Чего? У меня дама и король.
Ну, тут-то все, в принципе, хорошо. Ну, чё? Пол. Соглашай. Я. Насколько я понял, кол это согласится. Банк у нас уже 36. Чекаю. Так. У меня получается тройка, 10, валет дама. Даже у меня 3, 3, 3, 3, 3 креста. 3 креста даже это больше тянет, да? Делай ставку или пошли. Не с этими картами. Отвечаю. Отвечу. Я поднимаю. Холл. Холл. Идем дальше. Чек. Чек. Не добавляю. Но. Хорошо. Ты чего? Редкое везение. Я че выиграл? Так, у меня 200 бакинских. Общий результат. А тут, наверное, нельзя. Можно ли вообще здесь проиграть? Мне надоело. Я выхожу. Уже? Ты хочешь продолжить, Карл? Может, нам поднять ставки? Нет, нет, Сэм. Это я так. Гуд. Гуд. Ну, татуха на шее. Хелл. Да. Думаю, с меня хватит. Ну и катись. Че, поднял 150 бакинских? Так, в покер сыграли. Сейчас нам по шарабану, да? На кого ты работаешь? Я от Виллиса. Как он там? Я за него переживал. О нем ничего не было слышно все эти годы. Ну, он в порядке вроде. Лос! Лос! Лос, амигос! Куда он пошел? Три слепые мышки. Так, теперь оборотень. Кто у нас там смеется на заднем фоне? Навык нам предлагают какой-то. Даже два навыка. Падение, стационарное орудие не так быстро перегреваться, это отстой. Ну вот это может быть. Так, заметно тише ходить и бегать, интересно. Ну, охотиться с животными, сборщик налогов, вообще никак не интересно. Зарядка быстрее. Это может быть. Давайте качнемся, потому что здесь, я так понимаю, ребята будут посерьезнее. Вот так вот выглядит наше тотал.
Теперь можно купить 8 новых видов оружия. Так, вот у нас здесь есть точка быстрого перемещения. Думаю, давайте мы пока что сбегаем. Как говорится, шороху наведем, если нас выпустят. Ага, драндулета моего нету, конечно же. Но зато здесь есть лодка. Прокатимся с ветерком. Да давай, выгребай, выгребай, давай, давай. Все, соскочил с камня. Справа мель, слева глубина. Судя по цвету воды. Так, чувак, слышал, отвали нафиг. Не хочу подплывать близко к ним, конечно же. Занять бы высоту вот эту. Видали, он попытался руки вперед вытянуть, нырнуть. И так чисто решил, что в лодку не стоит. Знаете, даже я, наверное, передумал. Скатаю я пока на вышку. Попал или нет? Ну раз эта машина сошла, я думаю, попал. И в этого тоже. Кого нет? Только кабанчик. Точнее, даже свинья, наверное. Хозяйственная. Хозяйская. Опасно сидит. Ну это наемники, нам, конечно, их, можно сказать так, что убивать не стоит, да? Но они на нас изначально агрессивно настроены. Почему-то.
What the fuck? Давай, лезь. Да, так уже, вот это уже вышечки пошли такие. Где нужно немножко поднапрячься. Я, честно говоря, не рассчитывал, что это прыгну. Так смотрел, думаю, где же эти веревки? А оказывается, у нас прыгать ядрено высоко научился. Опа. Вышечка. Вот испытанница какой-то. Так и где-то прям подо мной. Находится реликвия. Ну а поскольку я ее здесь не вижу, значит она находится под землей. Давайте заценим нашу местную живность в этом районе. Что такое черепаший холм? Интересно. Так, ну вернуться я хочу сюда, конечно. Вот так объехать и залезть на вершину горы, посмотреть бензоколонка Херманса. В общем, что там у нас творится. Давайте так и сделаем. Автомобили у нас стоят. С этим блокпостом разберемся и серия закончится. Тихо-тихо. Так, смотрим. Блин, да я так прилично наплутал, как говорится. Что у нас в этом домике? Офигеть, там чуваки стоят. Чуть не спалился. Это
Да, мне, кстати, эти их разговоры напоминают сталкера. Я хочу обойти. Я не буду скучать по работе с тобой. Песок с водой, песок с водой. Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь. Ух ты! Я отрабатываю навыки. И обыскать не хочет. Да, у них оружие такое не кислое. Главное, чтобы свинью не на кабана не начать резать. А, это вообще обыскал автоматически, да. Так, надо немножко тут земелечку подрасчистить от всяких невежд. Нычка. И тут даже бомжи есть. Оценим всю плачевность. Ну не пальцы сюда, это хорошо. Только проживут. Туэточка. По-нашему аист. Да вон я вижу двое. Итого 4 черепушка, один защищенный и один на вышке. Какое расстояние мне показывает? Метров 100. Да не гони. Че, реально спалили? Thank you.
Ну, понятное дело, что мы спалились. Пост. Ну, как-то стрёмно, что меня через эти все вот кусты, вот, вот отсюда, с первого же выстрела спалил снайпер. Алоха. Ну, давай. Ху-ху. Дом, родной дом. Итак. Гранатометы. Берем наш любимый. Экипируемся. Так. Ух, у нас все пооткрывалось. Все, наверное, открылось. Урон. Нифига себе. Это игл, это, да, песчаный орел. Урон у него просто жесть какой. Вектор. Скорострельность бешеная. Дробовик. Так, что у нас по... Да, вот эти штормовые у них. Урон на букве О, точность до нуля. Вот. Да, да. Ух ты, ё. А я с чем сейчас бегаю, кто мне скажет? Я же с ней бегаю. С этой же винтовкой я сейчас бегаю. Не, вот с этой, наверное, все-таки, да? Хм, странно. Так, ну не знаю, зачем мне ее покупать, раз она у меня с собой и так есть, правильно? Какая-то все, карты стали доступны, да? Да-да-да, вот поэтому нам нужно будет денежек поднакопить немножко. Я куплю пару штучек, конечно же. Ладно, думаю, пока что трешку оставлю. Пусть будет. Да. Ну, на этом мы заканчиваем. До новых встреч. Ooh.